папа уже очень долго находится в душе. Что-то не так. Давай посмотрим, что он там делает. Отодвинь. Что? Папа опять заснул. Включи холодную воду, чтобы... Доброе утро, папа Лео. Доброе утро, мама Джози. Сделай мне, пожалуйста, кофе и дай кусочек своего замечательного яблочного пирога. Давай поможем маме. Поставь папину чашку в кофеварку. Подай чашку. Какой чудесный кофе. А где же мой яблочный пирог? Ты испекла его, мама Джози? Да, папа Лео. Твой яблочный пирог стоит в духовке. Теперь дай папе кусок. Какой вкусный пирог. Теперь можно и поработать.